для листика я наберу, ну, скажем, 10 воздушных петель. Все зависит от того, какой листик вы хотите. Большой ли, маленький ли. То есть вот побольше, поменьше листик. Вот, вот она, макушечка. Вот отсюда начинается наш листик. Вот. Всего 10 петелечек я набрала. Теперь вот сюда, во вторую петелечку, делаю столбик без накида. В следующую петелечку столбик без накида. И так дальше, до конца столбики без накида. Сделали вот последний столбик. Потом делаем 4 воздушные петли. Для того, чтобы можно было развернуться. И в эту же петелечку делаем опять же столбик без накида. Тут все будут столбики без накида. Хвостик прячем сюда. И теперь вот во вторую полупетлю, которая у нас оставалась, будем делать те же самые столбики без накида. Вот, в каждую вот полупетлю. Но не до конца. Вы можете оставить длинный уголочек, там, скажем, 3 петелечки не дойти, или 2 петелечки не дойти до верха, так, как вам захочется. Дошла. Вот 2 петелечки оставила. Дальше делаю. Можно 2 петли сделать, можно 3. От этого будет зависеть вот этот мысок, скажем так, да, пико. Вот здесь 2 петелечки, вот здесь 3 петелечки, да, от этого зависит только, от количества ваших петелечек. Сколько захотите, столько набираете. Беру, вот смотрите, здесь у меня будет изнаночная сторона, я так решила, да, мне так больше нравится. А здесь лицевая, и я хочу вот эту прожилочку оставить, да, чтобы листики как бы были с прожилочками. Значит, после того, как я набрала 3 петелечки, я беру за обе полупетли, провязываю первый столбик. Следующий столбик я буду брать за одну полупетлю. В данном случае она ко мне ближе, потому что я на изнаночной стороне. И дальше я пойду именно захватывая вот эту полупетлю, делая столбики без накида. Дошла до центра, прямо сюда, в эту арочку, делаю 2 столбика. Без накида, конечно же. Делаю 4 воздушные петли. И сюда же делаю еще 2 столбика. Как бы развернулась опять же. И снова пойду по этому краю уже вверх. Да, то есть по следующей стороне. То есть мы идем туда-обратно, да, вот так вот туда и обратно, вот таким образом. Так оно вяжется по стандарту. И также не дойду 2 петелечки, вот до сюда дойду и точно так же развернусь. Вот что у меня получилось. То есть я прошла сюда, сделала 3 воздушные петли, развернулась и спустилась обратно вниз. Теперь сделаю серединку листика. Она всегда одинаковая. 2 столбика внутрь сделали, 4 воздушные петли и еще 2 столбика на развороте. Вот таким образом. У нас будет здесь всегда такие дырочки, отверстия. Дальше смотрите, например, вы решили делать узор. Лучше всего, конечно, узор делать от центра, тогда он будет 100% симметричный. Хотя вы можете начинать, конечно, и с другой стороны, просто заканчивать там же, где начинали сам узор. Предположим, вот мы пройдем по этой стороне, это у меня лицевая сторона, значит, я пойду за заднюю полупетлю брать, чтобы вот этот край у нас остался здесь. Он будет как бы ребрышко изображать такое. Я сейчас поднимусь. Можно уже здесь сделать вот такую дырочку, да? А можно сделать дальше. На следующем ряду. То есть это все зависит от того, что вы захотите.
Вот я, скажем, поднялась, ведь это туда-обратно идет листик, так как по стандарту. Вот, скажем, не дойдем мы вот здесь. Здесь, значит, последняя петля. Берем за две полупетли, провязываем, делаем опять же 3 воздушные петли или 2 можете. Опять же за обе полупетли провяжем еще один, так как я на изнаночной стороне, поэтому беру за ближнюю половинку. Второй столбик. Теперь сделаю 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Можете сделать 6. От этого зависит, насколько большая будет у вас здесь дырочка. Потом приложите и увидите, куда вам нужно воткнуть крючок. Чаще всего, красивее всего, если это будет хотя бы пара столбиков при соединении, чтобы оно выглядело красиво. Потом снова мы в центр делаем 2 столбика, 4 воздушные петли и опять сюда же 2 столбика. Теперь здесь 2 петли, так точно так же, как у нас было там, 2 петли и в центр. В центре сделали теперь 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы не доходили вот до сюда. Значит, втыкаться мне нужно вот здесь. Соединяюсь. Второй столбик делаю. И последний столбик делаю за обе полупетли. Опять же, 1, 2, 3. Поворачиваюсь на лицевую сторону. За 2 полупетли здесь провязываюсь. Лицевая сторона, поэтому следующую петельку берем за заднюю стеночку, провязываем. И еще одна у нас петелечка. Провязали. Теперь нашу вот эту цепочку будем прямо под нее провязывать столбики. 2, 3, 4, 5, 6 столбиков у меня поместилось аккуратно, красиво, да? И дальше опять же за заднюю стеночку беру, вяжу 1, 2, 3, 4. В центр 2 столбика. 1 и 2. Потом 4 воздушные петли. Сюда же в центр еще 2 столбика. Также продолжаем вязать за заднюю стеночку. У нас еще 4 петелечки идут. И в нашу цепочку из 5 мы снова под нее начинаем вязать столбики без накида. Как и на той стороне, у нас было 6 столбиков. 5 и 6. Здесь снова за заднюю стеночку. Итак, здесь, я думаю, еще можно провязать 1 столбик за обе стеночки. Сделать опять же 2 или 3 воздушные петли. Снова соединить за 2 стеночки. И так как это изнаночная сторона, то буду за одну стеночку ближайшую ко мне соединять столбики без накида весь ряд. То есть я пройду сюда. Здесь сделаю также 4 петли. И пройду сюда, не доходя, 2-3 петельки, как вам захочется. Итак, вот я провязала, дошла до сюда, не доходя 2 петелечек, как всегда. Теперь смотрите, наш листочек получается очень аккуратным, достаточно узеньким, да, как вот этот листочек. Но его можно сделать более кругленьким таким. Каким образом это можно сделать? Вот эти цепочки просто зацепить чуть раньше, и тогда они будут кругленькими. Смотрите, провяжем здесь верхушечку, 2-3 петелечки,
соединимся снова здесь. Это у нас лицевая сторона, поэтому цеплять буду за заднюю стеночку. Провяжем так несколько столбиков, скажем, вот 3, 4, ну, можно и 4, можно и 5, в принципе, как вам захочется. Набираем цепочку 3, 4, 5, можете сделать 6, можете сделать 7 воздушных петель цепочку. Здесь мы цепочку вот так прикладывали, да, она плотненько получалась. Вы можете ее не прикладывать, а сделать ее вот таким образом. То есть соединить ее, скажем, вот сюда. И дальше провязываем. Раз, два, три. Потом у нас идет серединка. Раз, два, три, четыре. Видите, она у нас как торчит. В серединку опять же два. Здесь у нас было три, значит, делаем также три. Раз, два, три. Здесь соединительный был четвертый, вот таким образом. А потом мы набирали цепочку. Два, три, четыре, пять. Набирали мы шесть, да, по-моему? И соединяем сюда же симметрично. В эту сторону, да, вот здесь. То есть можно приложить и чуть отпустить. И соединить. Продолжить вязание, не довязывая, скажем, 2-3, опять же, петелечки. Вот так вот, да, вот здесь вот можно соединить последнюю. Опять же, 1, 2, 3, повернули. И дальше снова идем столбиками. И когда мы вот здесь будем обвязывать так же, как и здесь, столбиками, то оно будет более широкое, более кругленькое. Обвяжем. Вот у нас получается, видите, как дырочка побольше и покруглее. Вот я дошла сюда, сделала, как всегда, вот это пико, завернула и пришла обратно сюда к низу. Здесь хочу вам показать следующее. Можно здесь сделать уже черенок, да, корешочек, скажем так. То есть раз, два, три, четыре, пять или больше, да, у листика вот этот вот череночек. Обратно возвращаемся. Можно соединительными петелечками, а можно также делать столбики без накида. Вернуться обратно к листочку. Вот таким образом. Так, у меня здесь столбик. И сюда мы снова делаем еще 2 столбика. Вот такое у нас получается. И дальше заканчиваем такую же полосочку, провязываем. Здесь мы доходим до конца. Здесь в эту петелечку я сделаю соединительную петлю. И здесь закреплю нитку. Все. Нить обрежем, затянем и кончик здесь на изнаночной стороне спрячем. И вот мы закончили наш листик. Он получился побольше, чем вот этот, да? Вот этот маленький листик, этот побольше, этот толстенький листик. То есть все листики, как вы захотите, они все будут друг от друга отличаться и все будут красивы. Остается теперь это все постирать, отпарить, определенным образом уложить так, как захочется. Может быть, вот даже большой листик сюда положить, да? И пришить нашу аппликацию туда, где мы хотим все это украсить. Вот так. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями в соцсетях, пишите комментарии.
Всего доброго, до новых встреч!